Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy A11 очистить историю браузера. Для этого в первую очередь открываем наш браузер, которым мы все, конечно же, пользуемся. Затем нажимаем здесь, переходим во вкладку «История», нажимаем «Очистить историю». Затем выбираем временной промежуток, за который мы хотим удалить историю. Это может быть последний час, последние сутки, последняя неделя, последний месяц или же все время. Затем выбираем типы данных, которые мы хотим удалить. Это может быть история браузера, файлы куки, данные сайтов, изображения и другие файлы, сохраненные в кэше. И нажимаем «Удалить данные». И после этого история будет чиста. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!